Сегодня было два момента, когда нам как-то очень страшно было за ваше здоровье. С вами все хорошо? Да, нормально, как бы, слава богу, без травмы обошелся, как бы. Такой прием силовой на колено поймали, опасно было на предсезонном турнире такой получить. Но слава богу, там нормально. В конце, может, сам спину неправильно подставил, то что борт не делал. Хоккей, как бы, ЦСКА такая команда, играет жестко. Поэтому надо в следующий раз быть готовым более самому первым идти в бой. Есть какие-то претензии к арбитрам, или они все по делу сделали? Ой, да, к арбитрам не знаю. Может, где-то были моменты, которые не досмотрели, там, да, более штраф можно наложить, надо было поболее. Потому что я считаю, что мне конкретно в колено ударили. Думаю, может, 5 плюс 20 было. Единственный момент. А по остальным моментам я особо не следил, следил за игрой. Это их решение, поэтому сейчас на предсезонном турнире, еще раз повторю, это только предсезонный матч. В сезоне, дай бог, чтобы грамотно все было. Жень, все говорят, что ЦСКА – это фаворит номер один в этом сезоне. Чем-то удивил вас сегодня соперник? Ну, в принципе, знали, что команда молодая, агрессивная будет. Будет бежать, бросать, что, в принципе, они и показали. Поэтому в этом компоненте нам тоже надо добавлять больше агрессии на ворота, как бы больше силового плана играть и в давление. В принципе, ничего нового. Молодые пацаны так добавили такой же агрессии, как в том году. Можно сказать, что сегодня «Спартак» сам помог сопернику победить? Да, я считаю, нормально играли просто, да, вот пару моментов там как бы на своих ошибках сыграли, они воспользовались, а так бы, я считаю, счет был бы равный. Поэтому, еще раз повторю, это предсезонный матч, еще все, готовимся к следующему матчу и все будем наверстывать, все будет хорошо впереди.